всем зрителям, подписчикам привет. Сегодня будем делать пристенный козырек, вот чтобы дождем от дождя вода не попадала вот в расстояние между забором до бани. Козырек вот такого плана. Будет только длиннее. Каркас закрепили мы к стене. Сейчас прокручиваем между собой фермочки с помощью прогонов. Все сейчас докрутим и будем крыть поликом. С помощью анкеров у нас все закреплено. Достаточно надежно. Закончился у нас монтаж козырька. Закрепили его к стене с помощью анкеров. Вылит за забор сантиметров 10-15. Вся вода будет идти. Там идет пожарная полоса. Сточная канава. Вот, вся вода пойдет туда за забор. Каркас у нас сделан из профильной трубы 20x40. Покраска полимеропорошковым способом. Цвет шоколад. Прогоны 20x20. Поликарбонат. Бронза 8 мм. Торцы защищены торцевым профилем. Все классно. Немножко так затенило здесь. Света стало чуть меньше. Но зато воды с неба абсолютно здесь не будет. Это уже не первая постройка наша на этом участке. Вот навес для автомобилей. Козырек над входной дверью. И практически точно такой же козырек для данного пространства. А у меня на этом все. Ставьте палец вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!